привет. Не знаю, в доме. Спасибо, 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 господи, как много. Да. Да, я знаю, что YouTube отключили. Конечно, ужасно мы относимся к ситуации в мире. Что за глупые вопросы? Потому что я болела. Нет, Кристина вроде на поляне. Не знаю, какой будет этап, пока нам ничего не говорят. Да, у меня сейчас отек. Понятно. Я, честно говоря, не знаю, я даже что-то не спрашиваю. Гранта выгоняли. После боя в воскресенье. Как смотреть Дом 2? Либо в Телеграме, либо VPN скачать. Женя, показать вот, пожалуйста. Спасибо, нет. Ну, повернись. Да ну ты. Ну, Женечка, ну повернись. Ну ты с масочкой. Я слеплю всех своих фонарей. Ну, пожалуйста, ну повернись. Все ослепну сразу же. Ну, Женечка. Ну что? Какой красивый. Тебя даже не видно. У тебя не видно. Вот. Ну, у тебя правда не видно, вообще не видно. Хочешь заскриню? Не надо скринить еще. Вот, все пишут, красавчик. Ты мой самый красивый. Хорошенький. You're my friend now. Маленький мой. Нет, не выгнали. Вот все пишут, что ты милашка. Киса. Да у меня отек, ребят. Нет, прикиньте, у всех бывают люди в прошлом. Вот все пишут, что ты красавчик. Это просто маска. Нет. Да, это после боя. Сегодня кто покинул проект? Сегодня что, выгон? Какой сегодня день? Мы сегодня уже покинули проект, короче говоря. Пар? А, да, реально. Я уже даже забыла. Из Европы как смотреть Дом 2? VPN скачать или в Телеграме? Да здесь, здесь. Успокойтесь, здесь. Все в порядке. Да, общаюсь. У меня, кстати, подруга приехала из Питера. Но она даже не написала, прикинь, что приехала. Может, завтра встретимся с ней вечером? Если отпустят. У нас... Ладно, молчу. Что? Ничего. У меня была асимметрия, я чуть-чуть подколола. 0,3. Спасибо. Спасибо. Да. У меня была асимметрия, я же делала уже губы, у меня была асимметрия. Одна губа была выше другой. Какой ты мне историю упомянул? В какой? Не скажу. Почему? У меня прекрасные дела. Ой.
Знаете, что он делает? Вот, смотрите. Спасибо. А что там за история? Скажите, Жень, что ты выложил? Скажите, что там в истории? Почему мне все пишут, чтобы я посмотрела историю? Ты что, мышку выложил? Который ты несешь домой. Да дура, что ты несешь такое? Что ты такой, что ты совсем с ума сошла? Он мышку выложил, напишите. Да какую мышку? Ты мышку выложил, блин, это мелкий. Мышку-то, может быть, и выложил. Даже две. Да, конечно. Ведущие сказали, что тебя сольют на следующей неделе. А не то, что я уже слетела с конкурса. Вообще никого не смущает. Слетела. Ты не слетела, ты сама свое место отдала. Ну, так и надо было. Жень, ты гадость какую-то. Жень, тебе еще с Вологды привет от какого-то Макса. Ага. Не свалила, да. Макс, привет. Привет, Беларусь. Чего? Жень, что ты выложил, блин? А что тебе пишут? Что тебе пишут-то? Блин, я сейчас из-за тебя выйду. Не надо выходить никуда. Ты, ну покажи, блин. Потом посмотришь. Ты подписан на... А, ну ладно, на всех тёлок там подписан. А на кого подписан? Ты? Ли Валерия Ли. Валерия Ли? Ли Валерия Ли? Я вообще от всех отписалась, Женя. Где ты там? Я сейчас зайду. А ты мне что обещал? Сейчас ты... А ты мне что обещал? Я сейчас зайду. А ты что мне обещал? И посмотрю, как ты отписалась от всех. Посмотри. Угу. От Гранта отписалась. Ой, ничего себе. Еще отписалась. Я такую угрозу представляла, я просто в шоке вообще. Просто жесть. Ты же кричал там громче. Нет, а что ты пялишься в другое? Угрозу не представляет. Да, правда. Не знаю, когда-нибудь. Блин, почему у вас так много? Я хочу уйти уже. Жень, показывай, что выложи. Потом посмотришь. Нет, блин. Жень, ну показывай, ты достал меня позорить. Позорить? Почему позорить сразу? Ну потому что ты только плохое выкладываешь. Я только плохое? Я хоть раз про тебя плохое выложил? Хоть раз? Да. Например? Всегда. Например? Вот приведи мне. Где я жирная от фейстюнина? Это было один раз. Нет! Жень! Чего нет? Это было один раз. Mm-mm. Что?
Настя, это был один раз, давай не придумывай. Нет, Жень. Ты еще выкладывала меня с двойками по учебе. И что? Это уже не один раз. Это твоя жизнь, это ты. Так ты плохое выкладываешь. Ну, твоя жизнь никак, я не могу же снимать хорошее, если у тебя его нет, то есть у тебя двойки одни. Если были пятерки, я пятерки выложил. Да, конечно. А что ты не выложил мой предыдущий... Предыдущий что? Предыдущий год. Какой? Самое главное, последний год. Свежий. Так я еще не делала сессию. Понимаешь, смысл как бы людям давать старые какие-то данные. Нужны свежие факты. Ты дружница. Что ты сегодня да, подружились. Ничего не сделала. Ну, конечно, никому не отдам. Привет, все хорошо. Жень, что выложил, показывай, блин, достал. Давай телефон свой. У тебя телефон. Мягкий, даже не подбирайся. Ну давай. Давай. Что выложил? Давай. Давай телефон. Я сейчас ногу попросу. Давай телефон, я удалю. Зачем? Я удалю. Жень, ты гадость выложил. По-любому. Так давай. Гадости выкладывай. Давай телефон тогда. Ну Жень, давай. Ты такая маленькая у меня. Господи. Давай телефон. Смотри, какие у тебя губки. Телефон. Жень, ну давай. Нет. Давай ноутбук тогда. Ну зачем? В смысле, я работаю как бы. Ты не работаешь, а блин. Что у тебя ноутбук без дела стоит. В смысле, вот он подключен к телевизору. И что? На телевизоре делаю это все. А почему там не такой экран тогда? Потому что у меня два экрана. Ты думаешь, я на телевизоре реально делаю, что ли? Потому что я на телевизоре музыку свожу. Маленький мой, да какая ты у меня глупенькая. В смысле? Думала, на почему? Телевизоре музыку свожу. Подожди-ка. Сумасшедшая моя. Почему у тебя два тогда экрана? Подожди, если я там пошевелю, ничего не произойдет. Смотри, маленький, смотри. Смотри. Видишь, волшебство такое происходит. Смотри. Подожди, дай я что-нибудь сделаю. Ну что-нибудь. Ну давай. Видишь, все, значит, я могу здесь зайти. Подожди, где у тебя тут Инстаграм? У меня нет Инстаграма на компьютере. Подожди, у меня. Да, сейчас успокойся. Да хватит мне портить. Все, ну Настя, ну я работаю. Ну что, ну дай телефон тогда. Да потом посмотришь, выйдешь из прямого эфира, посмотришь. Там все хорошо, поверь мне. Да я не верю. Ты никогда своему парню не веришь. Ну что ты гадости выкладываешь? Я никогда в жизни про тебя гадости не выкладываю. Да конечно, где жирные и старые. Один раз выложил, а то мне нравится, блин. Наоборот. Хорошо, спасибо. Ну, неделю, наверное. Не знаю, кстати. Оля, спасибо, господи. Да у меня сопадет отек. У меня была асимметрия, я чуть-чуть исправила ее, господи, все будет нормально с моими губами. Нет, не общаюсь. Оля! Блин, я бы зашла в батл, но мне так лень вот это все делать, там типа VPN, туда-сюда, какие-то программы. Что ты мне дальше сказал? Ну и ладно. Что думаю? Лёш, мне нужно скачать VPN. Подожди, давай попробую. Я не могу, короче, вести батл, потому что мне нужно скачать VPN, вот это вот всё сделать и зайти. Да, YouTube отключили. Лёш, как там вечеринка? Почему мы не на вечеринке? Вот у нас своя вечеринка. В инсте, ладно, сейчас выйду посмотрю. Вы кто-нибудь снимите это, пожалуйста, и скиньте. Жень, давай, работаем. Работаем.
такая народ? Да я что, дед, скоморох, что ли? Да. Видишь подарки? Смотри, 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 какие подарки. Видел? Качели. Спасибо. Спасибо, Маруся. Привет, Чепецк. Оля, о, смотри, Женя, смотри, смотри, смотри. Блин, опять пропустил. Да это не пружинка. Да у меня спадет отек, господи, у меня была асимметрия, боже мой. Да, у нас очень весело. Закончилось, блин. В смысле? Да, у меня спадет отек. Ребят, господи, хватит уже спрашивать. Ну вы издеваетесь. У меня были уже сделаны губы. У меня была асимметрия. У меня спадет отек. У меня сегодня очень сильный отек. Вы вот как будто сегодня родились. Точно, это же так все связано. Я знаю, спасибо. Батлы, да, нужно. Я все сделаю сегодня. Постараюсь, и завтра буду батл. Вот, Женечка, пожалуйста, смотрите. Смотрите, наслаждайтесь. Пока я добрая. Оль, почему вот когда я Жене показываю, ты подарки отправляешь? Ты что, перешла на его сторону? Она и была на моей стороне. А-а-а! Прикинь! Опять отправляет. Толя, ты такая шалунья. Господи. Давай добавим сюда. Да я не переживаю. Ну, надо было смотреть. Тепло было, сейчас холодно. Что делать позже будем, не знаю. Да, под всех я кашу, конечно. Маруся, спасибо. Задавать, а не мне. Батл, да блин, мне надо VPN скачать. Попозже. У меня сейчас отек. Боже, сколько еще раз повторять? Надо было вот в этом в прямую трансляцию назвать, не спрашивать про губы. Хорошо, спасибо.
Вот именно, белые губы, белые губы. Можно другие вопросы? Надеюсь, завтра пройдет. Я не на ПП, блин. Женя, дай телефон, пожалуйста, время посмотрю. Нет. Женечко. У вас время, на 3:01. Мне нужно посмотреть время в Украине. Вот не накопила. Приколдесно. Да отек у меня, господи. Вот надо снять. Это делать, я вообще не понимаю. Я не знаю, где Полина, кстати. Спасибо большое. Я не знаю, где Полина. А Полина ушла с проекта? Какая Полина? У Барзикова. Барзикова. Да. Вообще не знаю, что здесь происходит, если честно. Да. Спасибо, Юречка. Спасибо. Клэпсные. Да. Мать. Да у меня отек. Электроды. Масочки, фильтры. Вот, видите?
Мы не знаем, что будет в следующем этапе, нам не говорят. Я знаю, спасибо. Нет, электронку, дымилку. Короче, я устала. Не за воды. Все, пока. Выпуски смотреть либо VPN скачать, либо на в Телеграме. Следующий этап прошел. Женя, Влад, Безус и Белая. Все, всем пока. Я устала. Пока. Зайду завтра, может. Батлюсь.